Слушаюсь, ребят, я зафигачил такую скорость неимоверную, пипец просто. Это в реальном времени фигачит. Сейчас такую скульптуру надо сделаем. Ну вот, какие показания, 1%. Где-то что-то не учел. Пластик план. ПЛА. Это чувак скоростной. Капец. Куда он спешит? Куда я сам что-то не ставил? Интересно ходит. Ноги, наверное, делаем. Придет капец. Какие звуки странные дают. Голова осталась и мозг, если он там есть. Походу мозг не печатает. процентов. Пару штрихов. Крышечку закрыть и все. Закрывает крышечку.
Куда ты его дел? Парканул. Чувак в тень ушел. Ну, привет, привет. Вроде качество хорошее. Сейчас буду отрывать. Качество. В общем, нормально. Малёха полосатенький. Лёгкий практически. Даже тут волосиком его сделал. Даже с волосиком инопланетянин. Такой чувак получился. Здесь у нас PLA проластик. Надо считаю нормальное качество.